Друзья, здравия! С вами Майтрей. Наше очередное видео. Как наполняемся любовью и счастьем. И самое важное, наши тета-способности, пси-способности, сила нашего намерения, мыслей и чистота побуждений. И тогда происходят чудеса. Чудеса — это что-то естественное. Это не что-то такое, что нужно, придумывать или колдовать. Хотя мы все придумываем. Мы придумываем этот мир, эту жизнь. И мы создаем нечто таким, каким нам хотелось бы. Зачастую это происходит неосознанно. Но ведь можно некоторые процессы осознать и взять под свое управление. И не вестись на какие-то выпады, шуточки, ложь, провокации, пропаганду, а просто быть осознанными и понимать, что происходит. Потому что это наша жизнь, и мы можем создавать ее такой, какой хотим. Даже если нам внушают, что мы должны подчиняться, что мы рабы и не способны сами принимать решения, давайте посмотрим на это как есть. Посмотрим на то, что жизнь, она другая. Она не направлена на то, чтобы людей убивать, насиловать, обманывать. Она направлена на радость, счастье. И мы можем это делать, мы можем быть счастливыми. И в этом наша истинная суть. Создавать счастье, любовь и счастье. И я предлагаю делать это во благо для всех существ, чтобы каждый из нас был соучастником этого процесса. Процесс радости, любви и счастья. И тогда наступит новая жизнь, новая цивилизация, гармония. И ведь мы создаем это. Не надо думать, что мы не можем ничего с этим сделать. Мы можем. И мы делаем это. Просто чем больше людей создает новое настоящее, новое будущее, тем быстрее идет процесс, тем лучше он идет. Это общее коллективное намерение, которая будет осознанным, счастливым и радостным. Я предлагаю сделать это, друзья. Создавать счастье, создавать атмосферу любви вместе, в едином порыве, с единым намерением. И делать это постоянно, что бы ни происходило. Не нападать ни на кого, не поддерживать систему. Не участвовать в ней, а строить свои отношения, основываясь на взаимообмене, на честности, на искренности. И тогда вы увидите совсем иную жизнь. Жизнь, наполненную любовью. И я благодарю вас за то, что вы есть. Желаю вам чудесного дня. И до скорой встречи!